Всем привет! Сегодня с вами я буду выбираться из этой пещеры. Тут вон там вон вход прямо находится. Ладно бы это была какая-нибудь сокровищница, ведь это тюрьма. Простая, она простая тюрьма. Так, я возьму вот этот фонарик ваш. Ух ты, это фонарик был тюремный. Ладно, пофиг. Я просто хочу отметить, что вот этот вход, вот в этот вход я вышел, спасся, как сказать. Один фонарь я возьму с собой, для того, чтобы мне было удобно выбираться отсюда. Я не знаю, как, что же сделать так, чтобы можно тут как выбраться отсюда. Или здесь все перекрыто. Да, там волшебники внутри, и они меня чуть не покалечили. Вот это было страшно. В прошлой серии я нарвался на Арагога. Вообще, как-то страшно они все действуют, эти все существа, потому что и... Тут вообще закрыто все. Тираннозавр Рекс тоже сзади подкрался вообще незаметно. Я просто удивлялся, как это все произошло. Так, а тут, похоже, никак больше не пройдешь. Тут места довольно опасные. Я не знаю, может быть, выше есть проход. Это самый нижний этаж, насколько я понимаю. А если я попробую... нет. Давайте, может быть, все-таки через... Так, у меня кончился запас маны. Так что нужно как-то сбегать отсюда. Оп. А, я его не могу ударить, от этой штукой. Сейчас мы его убьем. Вот так вот. Вот так вот тебе, злодей. Пытался меня поразить. Так, у нас тут... подожди, фонарик. Фонарик. Чтобы уж наверняка там паучок лезет. Так, ладно. О, бриллиант какой-то упал. Нам нужно подняться выше по лестнице. Я не знаю, на второй или на третий этаж. По-моему... Ух ты. По-моему, по высоте как раз паук. Как раз по высоте был этот, кислота. Я как раз туда спустился. Так что давайте искать, может быть... Где тут есть кислота, на каком уровне она находится? Тут еще и змеи ползают нафиг ночью. Тут, короче, ночью вообще страшно. Оу! Поднимаемся выше. И змеи ночью ползают, и... Вот она, кислота. Вот где-то вот этот уровень был. Вот где-то вот этот уровень был. Где-то здесь должен быть выход. Я хочу вырваться отсюда. Выпустите меня. Страшно такая. Тут выхода нет. Может быть, надо на этаж выше подняться, чтобы выбраться отсюда. Надо где-то искать выход. Все-таки из этой тюрьмы должен быть какой-то выход. Ведь не зря же я сюда... Как я сюда попал? Я даже не помню, как я сюда попал. Просто... Неожиданно для себя. О, я слышу волшебника. По-моему, выбрались мы куда-то. Я слышу волшебника. Где-то он тут недалеко. Ладно. Сейчас, короче, поднимемся наверх. И все. Надеюсь. Так, подожди. Фонарик, фонарик. Вон выход на песок. Песок, песок. Небо! Я выбрался. Ребята, я выбрался. Да, мы выбрались из тюрьмы, ура! Фу, вот это было да, вот это было да. Медведь, как я тебя рад. Кто бы мог подумать. Так, Чупакумбра. Опять же здесь бегает. Как они тут могут оказаться? Я не знаю, где я нахожусь. Как далеко я вообще от деревни, от той, в которой я был. Волшебник, ну хоть тебя я рад тоже видеть, что ты тут появился вообще вовремя. О, там какой-то замок, что ли. Ух ты. А тут деревня немножко другая. Песчаная деревня. Я в этой деревне не был. Я был не в этой деревне. И прошлая серия у нас прошла. Мы забрели на тюрьму. Сейчас какое-то новое здание. Вот интересно. Ну-ка, я в таких домах еще не был. Ну-ка, давайте подойдем, посмотрим. В принципе, тут все такое же есть. Мне нужно найти мою деревню, потому что я туда скинул уголь. Руины. Руины. По-моему, руины были как раз где-то недалеко от... Так, вот это что за здание такое?
Интересное такое здание. А это не случайно не есть тюрьма? Та самая тюрьма. Точно, похоже, она в руинах находится. А? Это случайно не та самая тюрьма. Тираннозавр Рекс. Блин, сейчас придется еще блутать, искать, где же наша деревня находится, в которой мы только что недавно были. Так, тут песчаные дюны. Ух ты! Я нашел крепость. Это что за крепость? Вау! Новое здание. Интересно, где я? Ого! Ничего себе глубина. Ух ты! Вот это здание! Прикольно, а! Каждое новое здание меня прикалывает вообще невероятно. Смотрите, сколько их тут. Этих построек. Разнообразие этих построек. Я вообще фигаю. Так. Так, ну мне нужно искать мою деревню. Она, по-моему, была где-то за лесом. Круто, а? И страшно. Круто, но страшно. Очень страшно и очень круто. Так, где же мы будем искать нашу деревню? Она была... Так, это красные дома. Это не те дома, которые я... Скорее всего, они находятся как раз за территорией. Туда дальше. За территорией леса я имею в виду. Так, подожди. За территорией леса. Так, а тут в лесу как бы страшные существа. Давайте попробуем туда вон проскочить. Ах, через этот лес. Блин, тут еще более худший лес какой-то. Так, озера, озера. Вот эти озера, вот эти реки я помню. Ну, что-то подобное. Тому, ну, будем смотреть. Нам нужно выбраться. Нам... О, да-да-да, я узнаю эти места. Я узнаю эти места. Вот этот замок, а там он, вот дальше чуть-чуть была, наверное, деревня, по-моему. Вот она, да. Фу, похоже, я нашелся. Далеко не ушел. Ладно, сейчас растерянности уже нету. Я очень рад, мы сегодня, вчера, вернее, и сегодня тоже побывали в тюрьме. Это было просто круто. Это просто было невероятно. Я просто удивляюсь, как же это было все-таки круто. Да, давайте закончим задание, которое просил нас... Волшебник где-то опять бабахает. Просил у нас... Так, из слитков железа. О, отлично. По времени, довольно долго это все займет времени. Я думаю, что может быть вследствие этого, может быть, закончим сегодняшнюю серию. А, подождите, она же только началась. Дело в том, что я действительно записываю не одну серию сразу, а по несколько серий. Но мы сегодня выбрались из пещеры. 40 минут, нафиг. Это если на каждый такой вот, это на одну или на все? Если это каждый так вот по 44 минуты, то это очень много бриллиантов, очень много на это потребуется, да, на каждый, если... Что-то как-то я... А, 22. Да, похоже на все. На все, про все времени. Видите, уменьшается количество, 23 бриллианта. Ну, по времени как бы... Я не знаю... Железо долго готовит уголь или нет? Может быть, надо было угля больше тогда получается? Но 5 железок надо. Можно тут походить, как бы будет пока тогда. Так, тираннозавр Рекс тут еще ходит. Офигеть, вот это да. Как тут можно вообще... О, оборотни. Оборотни. Он довольно мощный оборотень. О, давай бежим отсюда, нафиг. Давай, 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 уходим. Ага. Волшебник мне поможет сейчас. Все. Спас меня, волшебник. Сундучки и тому подобное. Ух ты, он сломал. Я думал, сломал. Это что такое? Котел. Тут еще имеется котел. Но котел это не я сделал его. Он тут стоял. А вот это что? Красительный дом. А, покраска. Я еще могу красить, да? Вот специальный верстак нужен. Но это я пока еще не умею. Кстати, можно было не делать. Вот тут вот печка есть.
спокойная, свободная, но вот только единственного угля тут нет. Долго придется ждать. Наверное. Давайте закончим серию, как говорится. Да. Серия только началась, а мы уже заканчиваем. Ну, 40 минут ждать на каждый бриллиант, это будет 42 минуты нафиг. 42 минуты ждать, чтобы один... А если я выйду, получается, что все равно же будет, да, готовиться. То есть я сохраню игру, и она в реальном времени, режиме будет продолжать. Давайте попробуем, наверное, так и сделаем. И сегодня завершим просто эту серию именно тем, что все-таки я выбрался. С великим удовольствием я выбрался из тюрьмы, в которую попал вчера. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Всего вам доброго, ребят. Пока.